50 лет, а она полна сил. Полвека – это рабочий стаж медицинской сестры Галины Мерешко. Ей самой уже 70. Я ведь правильно понимаю, тут немного нескромный вопрос, но вы ведь вполне уже можете выйти на пенсию. Конечно. А что вас держит? А вот знаете, вот есть здоровье, есть любовь к работе, и вот ты просыпаешься, у тебя хорошее настроение и охота идти на работу. Значит, ты здоров, надо идти. Галина Петровна работает с больными, которые после лечения отходят от наркоза. Она первая, кого они видят после пробуждения. Как вы себя чувствуете? Нормально. Нормально, ну молодцом. Сейчас немножко еще полежите, можно будет вставать. Как говорит сама Галина Петровна, это работа для медсестер возрастных. Да, дел много, но ответственности чуть меньше, чем в стационаре. Понимаете, что старшей сестрой отработать 40 лет, когда это требует огромнейшей дисциплины. Вот, и больших знаний, в том числе, руководить коллективом, это всегда, конечно, сложно. Можно приступать. Сейчас ежедневно Галина Мерешко обслуживает до 20 пациентов. Люди едут со всего края с надеждой на выздоровление. Каждому необходимо доброе слово медицинской сестры. То есть медицинская сестра, она как бы и психолог. Естественно, больше, потому что вот врач сделал свое дело и ушел, а на руках сестры, у нас все сутки больной находится. Значит, я должна сестру научить подсказать и самой быть в это время, посмотреть, где кто как себя ведет и что требуется. Свою заслуженную медаль Галина Мерешко получит завтра в торжественной обстановке из рук губернатора. Но главная награда для женщины – здоровье пациентов. Андрей Дреер, Алексей Фризин. Наши новости.